Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei в следующем году начнет выпускать смартфоны на собственной операционной системе Harmony 2.0. Глава компании Ричард Ю на онлайн-конференции представил новую версию операционной системы, которая работает на умных часах, устройствах Smart-TV и стереосистемах в автомобилях. Это повысит мощность и эффективность мобильных устройств, заявляют в компании. В апреле 2021 года мы откроем код для устройств с памятью объема 128 мегабайт до 4 гигабайт, а с октября 2021 года код будет открыт для устройств более 4 гигабайт. Первые смартфоны под управлением Harmony OS выйдут на рынок в 2021 году. Мы намерены сделать полностью открытую операционную систему для разработчиков приложений и сервисов. Китайская компания решила переводить устройство на собственную операционную систему после введения санкций со стороны США в мае прошлого года. В результате их действия на смартфонах Huawei отсутствуют стандартные сервисы Google, а также магазин приложений. Самира Арзаева, CBC.